звали меня ведь журналисты лучшим игроком этого турнира олимпийского, да? На что мне было обижаться? Вот если так. Какие-то эмоции, может быть, в первый момент, так, или когда это трехсекундная, так сказать, эйфория началась в течение там, последних, там, не знаю, или предыдущих там, 5-10 лет, постоянно у людей, так сказать, возникает вопрос о трех секундах, значит, Богу было угодно так сделать. И обижаться на него в этом плане я не имею права никакого. Я ему благодарен, то, что я был одним из действующих лиц, одним из участников. И человек, который сделал практически, находясь все для того, чтобы это победа совершилась.